Всем привет-привет! Покажем наших новых питомцев. Вот у нас такой козел. Взяли его для наших вот этих девочек, для молодых, но они пока вот не хотят. Но не в охоте. Мы поставили их, чтобы они немножко у нас загуляли. Да? Гулять будете? А то вообще уже расслабились, уже взрослые. По 8 месяцев им. Они у нас еще не гуляют. Поэтому прикупили вот такого вот козла у нас. Да, козел. Кликуху мы ему не дали, просто козел. Мать у него нубийка, а отец нубийц, то есть мать данинская. Такой вот здоровый козлик. И купили мы еще козочку. Сейчас вам покажу. Вот он их гоняет немного. Но они пока не в охоте. Они ему ничего не дадут, как говорится. Поэтому остались, чтобы пока привыкали, чтобы принюхались. Может, придут в охоту. Все, теперь идемте покажу тех других козочек наших. Так вот, уточки у нас остались. Часть мы убрали, вот там 4 гуся у нас осталось, которые у нас прошлогодние. Этого года молодняк мы весь убрали. Так, ну вот у нас наше пополнение. Наша новая подруга. Буквально на днях мы ее купили. Занинская, решили назвать принцесса. Вредная. Довольно-таки коза, привередливая. То не хочу, это не хочу, это вкусняшки. Зернышки давайте, да? Вот. Ну а это у нас наши 4 пацана. Но они у нас все кастрированные, поэтому мы купили того козлика. На полях сейчас травки уже мало. Она есть, но вся сухая. Поэтому они ходят у нас на поля, на поле. Я их вожу. И они там кое-что да подбирают. Дома тоже они кушают. Солому они не хотят, кушают только сено. А эта подруга сказали кушать только сено, но вчера она от сена у нас отказалась. Кушала с удовольствием солому, да? Принцесса. Не? Принцесса. Ну все, пойдемте гулять. Покажу вам, что на поле там, как у нас. Такие вот на цепях они у нас держатся. Все на привязи. Погнали, чуваки. Давайте, пошлите. Все, выходим. Выходим строиться, товарищи. Айда, лунтик пошел. Пошел, пошел, пошел. Вот так вот. Так, утки, вам пока нельзя туда. Все. Сидим дома. У нас уже с того момента, как они вылупились, подросли, пропало около 7 уточек. Вот, сейчас я их на улице не выпускаю. Мы идем сейчас, выходим на дорогу по нашему проволочку, по которому обычно выходим. Здесь травы уже никакой не осталось. Здесь соседи у нас косят, вот дороги немножко остается. Вот они маленько кушают. И потихоньку так вот идем на поле. В дороге все жуем, да? Вот так, травка, да, еще зелененькая есть, но все сухая. Кстати, вот снежок пошел, если видно, не видно. Нам вот по этой дороге нужно идти прямо-прямо-прямо до конца. До самого поля. Сейчас будем на поле покажу. Так, ну вот наше поле, как видите. На поле один сухостой. Такое вот у нас пастбище. Здесь еще более-менее травка. Там уже все покушанное. Здесь наша коза. И все козочки оставшиеся. Ну а тем дома будем кормить уже сеном и соломой. Вот так они у нас выгуливаются. Ну, думаю, еще пару дней, потом уже будут снега, морозы, дожди обещают вроде. Так что у них такие последние денечки на воле. Козе, кстати, 4 года. 2 дня ходил, смотрел, сколько она молока дает. Хозяйке давала там примерно где-то по литру. Утром, литр вечером. Но нам она сбавила где-то сейчас 0,7-0,6 дает. То, что может стресс еще, не знаю. Ну, эти наши шелупеньки бегают. One, two.